Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Олександр Гамоля. Доброї раниці. Перший мільйон тонн збожжя намолочено у Білорусі. Наш регіон з'являється лідером жніва. Собрано більше, як 380 тисяч тонн збожжя нового уроджаю. Роботи завершені на 37% площів. Безумовний лідер уборочної кампанії у регіоні сьогодні – Решицький район. Тут убрали вже 60% від плану. Намолочено більше, як 56 тисяч тонн збожжя. На екваторі – жніва господарки Хуйницького і Мазирського районів. У середньому регіоні з одного гектара сьогодні обирають 30 центнерів, що на 5 центнерів більше, ніж у минулому році. Открытое акционерное товариство «Гомельдрэва» отримало дозвол маркировать свою новую продукцию знаком «CE». Это дает возможность предприемству поставлять свои выробы на территорию стран-членов Евросоюза. Больше подробно об замежных перспективах гомельского вытворца расскажет Настасья Кучинская. Решицкий участок открытого акционерного товариства «Гомельдрэл» – новая вытворчасть. И она працует только 1,5 года. Тут выпускают два вида драуняно-волокнистых плит – МДФ и ХДФ, а так само ламина для подлоги. Открытие вытворчасти дозволило створить 280 працовных мест. В ближайший час штат супрацовников будет поширяться. Гэты завод – один из самых значных инвестпроектов, реализованных у вытворчей сферы Гомельской области за опошние годы. По утворению предприемства уклали 170 миллионов евро. Тут все самое лепшее. Вытворчие линии, специальная техника, система фильтрации выкидов от ведущих сусветных вытворцев. По меркованию специалиста, укладание повинны худко окупиться. Покуль завод находится у процессе нарушивания могутностей. По месяцу мы можем делать 12 тысяч кубов плиты МДВ. На сегодняшний день мы работаем в районе 50-60% от проектной мощности. Если брать опыт и мировой, и европейский, и российский, то 2-3 года для становления коллектива надо это сделать. Надеи на завод МДФ у Решицы в первую чергу связаны с экспортом. Сегодня свою продукцию предприемство продает у 13 краин. И это только початок, лишить керавництва «Гомельдрэва». Драуняно-волокнистые плиты и ламинат – вельми запотребованные выробы во всем свете. А высокая якость решицкой продукции позволяет конкурировать с усветно ведомыми вытворцами. Продукция завода сегодня 80% – это экспорт, 20% – внутренний рынок. С января, когда мы начали работу, у нас уже были предконтрактные проработки сделаны. Многие клиенты, которые знали нас как мебельщиков, мы их приглашали, они знали, кто производители данного вида оборудования, и они уже были готовы к тому, чтобы с нами сотрудничать. Поэтому, как только плита начала выходить с конвейера, мы тут же начинали ее отгружать. И вот сейчас имеем уже такую географию. Литерально у гэтым месяце предприемство отримало дозвол маркировать свою продукцию знаком CE. Это дает возможность працовать с краинами, которые уваходят у еврозону. Другий перспективный напрямок для завода – рынок Злученных Штатов Америки. Зараз гомельские вытворцы активно шукают там партнеров. Для налаживания сувязей наша делегация побывала у США, и зараз на завод у Решицу для больше предметной размовы приезжают бизнесмены со Злученных Штатов. По меркованию керавництва «Гомельдрэва» процесс перамоу идет становча, и поставки ламинату гомельской вытворчасти у Америку питание часу, причин недолгого. Настасья Кучинская, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» из Речицкого района. Завершилося вылучение кандидатуры у склад участковых комиссий по выборах депутатов Палаты представников Национального Сходу. У их, нагадаю, может уваходить от 5 до 19 человек. У вогуле у склад участковых выборчих комиссий по Гомельской области вылучено 11 847 человек. 570 из них вылучено политическими партиями. Своих представников для работы у комиссиях делегировали Республиканская партия «Працы и справедливости», Коммунистическая партия «Беларуси», Белорусская партия «Левых справедливый свет» и Объединенная громадянская партия. Выборчая комиссия, згодно законодавству, будут сформированы до 27 липня. Решения об складе комиссии будут принимать на посяджениях райвыконкамов и администрации района Гомеля. У регионе протягивается проведение межведомостных экспертно-координационных советов по туризму. Комиссия поспела оценить работу в 14 районах в области. На передании черговая нарада отбылась у Гомельским гарвыканкаме. За круглым столом представники управления спорту и туризму Гомельского облвыканкама, керавництва Гомеля и головные экспортеры туристичных послуг. По оперативных даденных областному центру сегодня належит 30% у валовым объеме туристичного экспорта региона. Задача, которая стоит перед специалистами
спецыялістамі знайсці спосаб павялічыць колькасць турыстычных аб'ектаў і павысіць якасць паслуг, у выніку прыцягнуць яшчэ больш турыстаў. Адзін з найбольш перспектыўных напрамкаў – агратурызм. Па колькасці аграсядзібаў у краіне лідзіруе Віцебшчына. Зараз стаіць задача зарабіць рывок і на Гомельшчыне. Да таго ж гэта дазволіць часткова вырашыць пытанне і з працаўладкаваннем. Тым больш, што дзяржава сёння аказвае значную падтрымку такім суб'ектам бізнесу. Прынята рашэнне актывізаваць інфармацыйную работу з насельніцтвам, расказваць пра перавагі гэтай справы і льготы, якія прапануе дзяржава. Другі накірунак планавых мерапрыемстваў – павышэнне якасці работы ўжо існуючых сядзіб. Прычым рабіць гэта вырашана, аб'ядноўваючы намаганні некалькіх прадпрыемстваў, каб прапаноўваць турыстам у адным месцы цэлы комплекс розных паслуг. Можна же не агранічвацца. Можна сегодня занимацца развіцем агробізнеса і занимацца сваёй агроусадьбой, но в то же время строіць его на событійнасці, на экстремальным турызме, на спортивном турызме, занимацца религиозным турызмом. То есть то, что на сегодняшний день интересно прежде всего туристу. Уступная кампанія выходзіць на фінішную прамую. Ужо завершаны прыём дакументаў на бюджэт. Пры гэтым у дзвюх ВНУ Гомельшчыны застаюцца вакантныя месцы. Дабор на іх пачнецца з сённяшняга дня і завершыцца 28 ліпеня. Так, прэтэндэнтаў на апошняе бюджэтнае месца чакаюць у Мазырскім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя Івана Шамякіна і Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Францыска Скарыны. У Мазырскай ВНУ засталося 11 месцаў на дзённай форме навучання спецыяльнасці матэматыка і інфарматыка і 8 месцаў на завочным аддзяленні спецыяльнасці прафесійнае навучанне ў галіне машынабудавання. У Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Францыска Скарыны засталося адно свабоднае бюджэтнае месца на завочную форму навучання па спецыяльнасці лясная гаспадарка. У астатніх ВНУ вобласці ўсе бюджэтныя месцы запоўнены. І ўжо зараз прыкладна вядомы сярэдні конкурс па ўсіх установах. Ён складае 3 чалавекі на месца. Самая жа папулярная сёлета стала спецыяльнасць правазнаўства. У Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Францыска Скарыны на дзённым аддзяленні конкурс склаў 20 чалавек на месца. Тут жа быў зафіксаваны самы вялікі прахадны бал – 363. Нагадаем, што зараз праходзіць прыём дакументаў на навучанне на ўмовах аплаты. Ён працягнецца да 1 жніўня. Непаўналетнія абітурыенты павінны падаваць дакументы разам з бацькамі. Дарэчы, сёлета на адзін дзень павялічаны тэрміны залічэння на платнай аснове для грамадзян Беларусі з 2 па 4 жніўня. Гэта дасць магчымасць ВНУ больш якасна правесці работу па заключэнні з абітурыентамі дагавораў на навучанне. Амаль 10 парушэнняў хуткаснага рэжыму ў гадзіну рэгіструюць мабільныя датчыкі, якія ўсталяваны на дарогах Гомельскай вобласці. Яны размешчаны на найбольш аварыйных участках, дзе па статыстыцы часцей за ўсё адбываюцца ДТЗ па прычыне перавышэння хуткаснага рэжыму. І галоўная асаблівасць – пастаянная змена месца размяшчэння. Мабільныя датчыкі знаходзяцца ўздоўж дарогі і фатаграфуюць парушальнікаў у абодвух накірунках руху. Як паведамілі ў ДАІ, гэтая тэхніка добра сябе зарэкамендавала і практыка выкарыстання мабільных датчыкаў захаваецца ў далейшым. Все-таки наши водители привыкли к тому, где установлены стационарные камеры, и не для того, чтобы ради безопасности, а лишь бы не получить штраф, снижают скорость именно на этих участках. Проезжая камеру, они снова начинают превышать скоростной режим. Для того, чтобы все-таки приучить наших водителей к тому, чтобы соблюдение скоростного режима стало для них нормой, и используются эти мобильные датчики, которые меняют постоянно свое расположение. Абласная дзяржаўная інспекцыя напярэдадні распачала правядзенне акцыі «Зрабі паездку бяспечнай». Да канца тыдня інспектары ўзмоцняць кантроль за правіламі перавозкі непаўналетніх. Дмітрый Котаў з падрабязнасцямі. Правядзенне спецыяльнай акцыі ДАІ выклікана ростам дзіцячага траўматызму на дарогах. За першае паўгоддзе больш за 20 непаўналетніх атрымалі пашкоджанні і адзін загінуў. Больш як палова выпадкаў адбылася па прычыне грабавання правіламі перавозкі дзяцей. Да канца тыдня інспектары будуць праводзіць спецыяльныя рэйдавыя мерапрыемствы. Усе выяўленыя парушальнікі будуць прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці. Яшчэ адзін накірунак прафілактычнай работы ДАІ – адкрыццё профільнага міжраённага лагера на базе сярэдняй школы нумар 21 города Гомеля. Мне здесь очень нравится, потому что много встреч, много новых друзей, очень интересно. Нас много возят по разным конкурсам, очень много интересного.
Мы ходим на разные мероприятия, участвуем в ЮИДе, ездим в лицей, МЧС, мероприятия разные проводят. Организаторы обещают, сумовать ребятам не придется. На протягу 18 дней працы лагеря их шакая шмат цікавага. Разностайные викторины и конкурсы у першую чергу накированы на отримание ведов по правилах дорожного руху. Что цікаво, окромя инспекторов, научать удельников лагеря будут и те, кто у им примая удел не упершиню. Безопасность детей на дорогах – это сегодня очень актуальная тема. Мы видим детей, которые могут перебегать улицу, не знают правил дорожного движения. Если взрослый человек им будет говорить «нельзя», наверное, не всегда это дойдет до ребенка. А когда равный обучает равного, объясняет, как можно делать, что нельзя делать, это всегда более доходчиво. Инспекторы ДАИ проведут занятки по правильной езде на велосипеде и фигурным вождении. Так само ребят чекают экскурсии у лицей МНС и музеи областного центра. Дмитрий Котов, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». Спякотой дажы с навальницами прогнозуют синоптики у апошний тыдень липеня. По даденных областного гидрометеоцентра, сегодня у регионе обвешаны оранжевый уровень небеспеки. У день будет первоважно без опадков. Температура по ветра складе от 27 до 32 градусов. У сераду у день махчимы дажи и навальницы. Температура по ветра в нашей складе до 20 градусов. У день до 33 градусов. У четвер опадков не прогнозуется. Слупки термометров поднимутся до 21 градуса в ночи и до 33 у день. Спякота захаваецца і ў пятніцу. У асобных районах магчымы моцныя дажы, узмацненне ветру парывамі до 15-20 метраў за секунду і град. І на выходных у рэгіёне паветра прагрэецца до плюс 29. Месцамі магчымы кароткачасовыя дажы і навальніцы. Кубок Руслана Салея распачынае у Беларусі новы хакейны сезон. Першы этап турніру стартуе сёння. У Мінску сустрэнуцца дзеючы чэмпіён сталічнае юнацтва і маладзёжная зборная краіны. Удзельнікі турніру падзелены на дзве падгрупы. Хакейны клуб «Гомель» і жлобінскі «Металург» трапілі ў падгрупу «Б». Стартуюць на турніры яны 28 ліпеня. Жлобінскія хакеісты на выездзе згуляюць з Магілёвам. «Гомель» адправіцца ў госці да хакейнага клуба «Ліда». Паміж сабой «Вогненыя рысі» і «Сталёвыя ваўкі» згуляюць 2 жніўня. Матч адбудзецца ў «Гомелі». І гэта была апошняя інфармацыя выпуску. Для вас працаваў Александр Гамоля. Добрых вам навінаў і да сустрэчы.